Народ выбирает его, не он выдвигает свою кандидатуру в премьер-министры, а народ выбирает Никола Пашиняна осознанно. Свобода от них. Не имеет значения, Пашинян будет или другой, будет честные выборы, и у нас будет честное правительство. Во-первых, надоел этот старый строй. Мы хотим по-новому жить, хотим, чтобы не было коррупции. А это самое главное, чтобы закон действовал бы в республике, в любой области. Чтобы потом у нас была жизнь хорошая.